Во-первых, поздравляем тебя с тем, что ты теперь в составе Днепра. Расскажи, пожалуйста, первое впечатление о знакомстве с командой, грубо говоря. Понятно, что ты всех знал, наверное, до этого, так или иначе, но теперь вы один коллектив, а первые тренировки, вообще какие-то первые эмоции, первые впечатления. Все знают, что Днепр хорошая организация, и поэтому хорошо меня встретили, правильно вы сказали. Все друг друга знают давно, и поэтому с общением, там, с коммуникацией никаких проблем не было. Хорошо встретили, то есть приятно быть частью этого клуба. Расскажи, пожалуйста, перед тем, как подписать контракт, ты наверняка разговаривал с главным тренером Днепра Дмитрием Балдаевым. Чего он от тебя хочет? Как он видит тебя в составе команды? Писал, получается, говорил как основной первый номер. То есть я буду получать минуты. Ну, это все разговоры. Я знаю, что нужно работать. И только за счет своей работы я буду получать минуты. То есть то, что говорили, это одно. Ну, нужно работать. Возможность сыграть в Еврокубках была дополнительным плюсом подписания контракта? Конечно, конечно. Другой уровень, чтобы почувствовать. Потому что уже много лет играю в Суперлиге, а чуть-чуть ступенька выше. То есть, ну, это тоже сказалось на переходе. Поэтому, да.